Для участия в акции необходимо выложить видеоролик или свою фотографию с учителем в социальных сетях Instagram, ВКонтакте или TikTok с хэштегами «Мой учитель-2020», «Мой учитель» и «Минпросвещение РФ». Под фото или видеороликом можно написать пост со словами благодарности или рассказать интересную историю, связанную с любимым учителем. Информацию необходимо продублировать на сайте, который вы видите на экране. Данная акция позволит вспомнить приятные события школьной поры и годы учебы в образовательном организациях, а пользователи соцсетей узнают о прекрасных людях, чей труд очень важен для всего общества. Поучаствовать в акции «Мой учитель» можно до 10 октября.